Привет всем стратегическим жевжикам планеты Земля. Вы слышите и видите главного жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. Это значит, что вы в моем логове на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Sid Meier's Civilization 6 за Канаду. Подробности об этой игре лучше посмотрите в первой серии. Я там все объясняю, рассказываю. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Переходите и смотрите. Спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку в это тяжелое время. И давайте продолжим. В общем, мы открыли, наконец, хоккейный каток. Не купили, правда, еще рабочих. Ну, в общем-то, сейчас надо это сделать. И плюс нам надо к стадиону постепенно строить. Так, стадион у нас, по-моему, вот здесь. Нет, тут аквариум, колесо обозрения, зоопарк еще. Стадион где-то далеко, да? Вот стадион. Это последний, ну и профессиональный. Короче, нам в профессиональный спорт надо постепенно идти. Ну ладно, короче, поставлю карточку на два... На два заряда, наверное, вместо треугольной торговли пока. Наука нужна. Наука нужна вместо треугольной торговли. Два заряда строителей. Что-нибудь быстро мы можем открыть здесь, чтобы вернуть опера и балет 4. Наемники. Не знаю, не хочу сейчас ничего апгрейдить. Понимаете, это уже тупиковая ветвь. Торговую республику я, наверное, вряд ли буду брать. Я уже прям дальше иду, наверное, в демократию или коммунизм. Поэтому... Дополнительная культура от зданий. Ну, тоже пока не надо. Наверное, в строительную инженерию давайте пойдем. Еще не ставлю карточку соседства для гаваней. Тоже пока рановато. Так, теперь я купил, поставил карточку с двумя зарядами. Можно покупать рабочих за веру. Так, еще куча веры. Ну, давайте. Эдмонтон, Виктория, Шачикалька скоро присоединится. Еще 6 ходов. Ну, давайте вот Шербрук, Эдмонтон. Тут везде купим. Куча клеток не обработана. В Гамильтоне, наверное. Так, пока все. А вот и инки. И нам осталось американцев только встретить. Че, у инков? Ничего. А развиваются они как? Ну, слабенько. Слабенько. Кругосветку мы уже сделали. Тем не менее, Америку надо... Как вы думаете, где может быть Америка? Ого, как тут и шнуна горит. А нет, это кампус, наверное... Да, видите, дамба еще строится, видимо, затопила. Затопила. Так, есть верфь в Ванкувере. Блин, я там что-то за 1000... я хотел верфь купить точно в Гамильтоне, наверное. Или в Галифаксе. В Галифаксе 30 ходов. Так, великого инженера мы не получим. По идее, надо бы уже начинать собор Василия Блаженного, но 29 ходов это очень долго. Давайте тут археологический. Наверное, в Галифаксе куплю верфь. Тут верфь построена. Театралочку негде, да?
Может, Тори де Белен, блин, на месте рыбы неохота. Тори де Белен только рядом с гаванью, да. Виктории можно было бы здесь, а потом тут театралку. Ладно, давайте пока, наверное, библиотеку и мастерскую. Так, 11 ходов. 4 очка я получу за канадцев. О, чудо, Торрес Дель Пайны нашли. Ой, Америка, я еще получил за то, что всех встретил. Три очка и одно очко. И сейчас 4 очка. Ну, блин, должен в золотой век выходить. Надо какой-то юнит с селитрой сделать. Ну-ка. Каток, памятник культуре нашей цивилизации, который украсит собой нашу империю. Что, первый хоккейный каток в 900 году нашей эры. Если вам в школе рассказывали что-то другое, хотя вообще не уверен, что вам рассказывали про строительство катков. Ну, в общем, в любом случае, если вам рассказывали что-то другое, не верьте им. Что, тут дорога есть? А, дороги нету. Жаль. К сожалению, только 3 катка мы сможем поставить. И все. Не, они, конечно, классные, но мало все-таки у меня оказалось тундры. Не хочу пока я вырубать, честно вам скажу. Ну, вообще... Короче, через 4 хода я буду точно тут театралку строить. Поэтому надо этого рабочего иметь в виду и буду реально вырубать этот лес. Так, в Гамильтоне что? Тут нету рыбацкой лодки. Давайте тогда тут рыбацкую лодку. Все-таки еда и производство и деньги. Сверху. Так, бегал в Оттаву. Давайте в Рио. Блин, опять пришел Кри, наконец собрал своих миссионеров, обращает обратно Бразилию. Ну, конечно, это немножко странно, потому что ему бы на самом деле лучше Ацтека обращать тут посильнее влияние. Вообще, вот этой фигней надо будет заняться, ладно. Вернуть, так сказать. Так, я могу лошадей по Чекутеку и Петру продать. А, и у прогрессивиста что-то есть. Соль. Принимаем сделку. Так, давайте со всеми дружбу объявлять. С кем хорошие отношения? Блин, с Россией, конечно, зря дружбу. Мы же в нее ядерку будем бросать. Тотальная русофобия на канале, конечно. Ужасно. Надо бы вон пожаловаться. Это Мехико встретил. Кстати, Нет, не Мехико же дают электричество. Нет. А нету ГГшки, которая... Электричество, да, это Кардифф должен быть. Нету Кардиффа, да? Вообще на культуру очень много ГГшек. Масе может много культуры давать. И у меня 5 послов. Вообще имеет смысл, наверное... Катусу, во-первых, одного. Вообще имеет смысл куда-то будет поотправлять. Антананариву можно засюзеренить.
Но опять же, у нас пока всего два великих человека было. Вот Вильнус. Вильнус будет в тему. Чуть больше театралкам соседство даст. Когда второго уровня станут союзы. Пока первого. С Бразилией должен быть скоро, кстати. Да нет, тоже... Пока, короче, некуда отправлять. Так, значит, мы всех встретили, кругосветку сделали, наше уникальное улучшение поставили. Нам не хватает 7 очков до золотого века. Святилище. Ну, храм строим. Тут собор, потому что буддизм, но я дождусь, наверное, обращения, да, через 9 ходов, и тогда купим пагоду. Вот, а вот и Кардифф, ребята. Чем хорош Кардифф? Он дает электричество за здание в гаванях. То есть нам... Ух ты, Хаммурапи объявил войну Петру Великому. Там, короче, Россию пилят. Колумбия и Вавилон, похоже. Да, видите, с Колумбией хреновые отношения. Блин, так что, мне не дадут в Россию ядерку даже бросить? Свободный мир ее почик-чикает. А, надо клетку купить. Ну что ж, все катки построены. Теперь ждем стадиона. Марки тоже наклеены. Тишина в холодильнике. На дачу смылись родители. Так, вот эту... черепашку. Короче, этим отправляемся сюда. Шахту поставить, черепашку обработать. Этот идет вот эту рыбку. Так, тут... Ну, давайте вот этот лес вырубим как раз под Магнуса. Наверное, две фермы тут сделаю. Не помешает. Ну что, что у нас с развитием? Хаммурапи, Майя, 41-40, Бразилия. Ну и, пожалуй, по чекуток, да, в лидерах. По культуре, туристической победе, уже 10% майя насобирал. Но это, скорее всего, опять же, повторю, из-за монополии корпораций. Потому что смотрим, шедевров только 2. Так, приобрести апостола. Может быть, кстати, реально приобрести апостола и укрепить до конца уже религию. Посмотрим, что там еще осталось. Чтобы уже максимум всех бонусов получать от нее. Да, посольство берем американское. Все, кто предлагает посольство, соглашаемся. Чунс
Даже не думайте приближаться к родине Майя, пока что звезды складываются для вас удачно. Типа имеется в виду рядом с ней не селиться? Ну так вообще изи. Так, проповедуем верование. Что осталось? Религиозные построенные города сразу религию получают. Неинтересно. Поражение в теологических баталиях не сказывается на уровне вашей религии. Неинтересно. Ближайший город влияет сильнее. Возможно. Стоимость миссионеров и апостолов снижена. Возможно. Странствующие проповедники распространяются дальше. Военные юниты получают 10... боевой мощи в иностранных городах. Но я не буду, вы понимаете, что это прохождение не про захват городов, да? Поэтому либо что-то вот из этих трех. Ближайший город влияет на распространение на 25% сильнее после, и на 50% после. Я бы, наверное, писание брал. Все, полностью укрепил. О, вот у нас где, откуда... 3 очка. Нам 4 очка осталось и 8 ходов. По-моему, вполне выполнимо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Да, интересно, у нас какой континент как так сгенерировался в очередной раз. То есть вот у этих ребят очень обычный континент, да, такой, фасолькой. А у нас вот такая фигня получилась. Так, гавань, священное место нет. Кампус есть на плюс 2. Предположим. Так, промышленная зона на плюс 1. У нас где-то вот здесь будут плотины явно на этой на эту реку. Ладно, давайте кампус на плюс 2. Вот эту клеточку не хочу отдавать, тут шахты можно будет сделать. Так, здесь, значит, зал для приемов. Очень мощные эти. Да, нанимаем лян. В какой город? Наверное, в Галифакс. Да, благодаря лян Галифакс хоть как-то раскочегарится. Гамильтон, Галифакс. Так, видите, не держится пока релей. Ну, посмотрим, он, видите, Рио-де-Жанейро пытается обратить. Там 7 миссионеров. Никуда дальше поехали миссионеры. Блин, только Кардив появился, его уничтожили. Фак. А кто, интересно? Ага, Майя. Блин, это была хорошая ГГшка. Один ход. Ну, подожду здесь. Так.
сюда идем. Наверное, шахты пойду здесь сделаю. У меня постоянно именно с производством проблемы. Вообще совсем проблемы. Но вот производство очень слабенько. Ладно, наверное, этот... О, Люсифьорд. Получал бы реликвии, если бы Канди засоюзил. Но, видите, без Канди. Так, Америка сюда расселяется вниз. Не знаю, я понимаю, что у меня 5 послов, но жду, куда их отправить. Так. Спровоцировать беспорядки. Делаю спровоцировать беспорядки, потому что у остальных шанс ниже. Так, еще одно чудо нашли. Ну, в общем, нам 2 очка осталось, да? То есть это буквально какой-нибудь юнит с селитрой. Так, Майя красители готов продать и инк пряности. Мне торговать вообще нечем, так что можно просто в быстрой сделке заходить и... Так. Не, ну тут вот нам янтарь не нужен. Так, плюс 5. Зашибись. Ну, теперь, наверное, веру можно и на великих людей копить. Кстати, мгновенно капер дает. От этого мы заберем чувачка точно. И один капер построим. Культура у бразильца. Но я скоро на второе место выйду. Я надеюсь, что я мапучи обгоню. Так, конечно, поможем. Конечно, поможем. В стихийном бедствии. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof. Строительство чудес, создание строителей. Ну, вот это можно... Не, наверное, не буду пока строителей покупать. Собственно, поэтому и не буду карточку ставить. Вернем... Треугольную торговлю. Так, шпионы. Или, подождите, или поставим... Еще пару послов отправим, да? Так. В любом случае, ставим треугольную торговлю. Вместо учетных банков пока временно... Ну, кстати, колониальные налоги неплохо. Плюс 12 производства и 31 деньга. Что, может их поставить? Это же круче, чем треугольная. Блин, только это... Значит, знаете как, давайте либерализм сюда, колониальные налоги сюда и сюда первый посол. О, зашибись. Так, куда мы хотим послов? Таругу никто там? Я думаю, нет. Так, Мехико. Не, ну в коричневые... Вот Йоханнесбург, кстати... Йоханнесбург, кстати, прикольный. У меня такое ощущение, что его могут забрать. Но он прикольно дает. Города получают плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. А после индустриализации вообще плюс 2. Так, я точно хочу...
засоюзить Йоханнесбург. Так, еще два посла. Ну, наверное, в культурное отправлю. В Кумаси точно. Больше культурных нету, куда отправить. Тогда давайте в Маскат. Еще и Эверест нашли. А, это за счет засоюживания Йоханнесбурга. Ну все, я думаю, что понятно, что в Золотой век мы выйдем, слава богу. Теодор Рузвельт нефрит хочет мне продать. Ага. Реально, а почему они так мало денег за ресурсы роскоши требуют? Это же странно. Нет? Так, мастерская. Знаете, мне надо две мастерских, чтобы ускорить индустриализацию. Вот одна строится, тут уже была. Значит ускорить нормально. Сама построить, значит, тут просто строим. Дальше. Лян улучшаем до аквакультуры. Сколько она еще едет сюда? Три хода. Тут пропускаем ход, вырубим и начнем театралку сразу делать. Получает повышение. О, так мне надо сюда съездить. Так, тут пропускаю ход, как я и говорил. Сейчас посмотрим, откуда караван отправим. Всех остальных... Ага, в Эдмонтоне надо что-то построить. Так, в Эдмонтоне не покупаем собор, ждем, когда обратится в нашу религию. Что, дамбу строить? Я бы, наверное, из Эдмонтона как раз отправил, чтобы какое-то производство... давала. Конечно, не самый дорогой караван будет, но зато дамба быстрее. За веру куплю. Дальше мне опера и балет за три хода открывается, да? Наверное, в охрану природы надо идти. Археологический музей я строю. Четыре хода, как раз ускорим. Как раз где-то через три хода откроется, просто появится когда тут Лян, я опять поставлю карточку на плюс два. Слушайте, а ветеранство, наверное, уже... Два хода верфь. Я, по-моему, уже везде, где можно, эти верфи сделал. Нет, ладно. Потом посмотрим, когда надо будет менять карточки. Так, вот тут. Передаем Виндзору. Вырубаем. Зал для приемов построили. Дальше... я вот думаю, что приобретать юниты за веру мне в данной игре не понадобится. Я бы, наверное, брал Министерство иностранных дел впервые. Пробую через дипломатию что-то сделать. Надо, кстати, больше ГГшек сюзеренить. Ладно, Министерство иностранных дел. Так, тут
наверное, вернем клетку от Тави. Теперь вот эту еще передаем, тоже вырубаем. Хотя вот эту клетку я, наверное, Гамильтону передал. У него слишком мало клеток. Рейну или Амани. Не хочу ли я какую-нибудь засоюзить еще кого-нибудь? Может, вообще Амани в Йоханнесбург отправить? Чтоб 6 было, и там Петр не перекупал. Так, ну все, пока тут в Шербурге ничего не делаю. Тут мы видим территорию России. Посмотрим, как будет Вавилон нападать. Что-то тут пока, видать, только стрельцы и пикинеры. Для Вавилона как-то слабенькая армия, согласитесь. Ой, просто убил, он просто втюхался прям внутрь территории России. И вообще, конечно, тут в Россию попасть очень тяжело, мне кажется. Новый анпост. И к нам присоединился Шачикалька. Отлично. А вот и 2 очка к эпохе. Даже юниты не пришлось делать. Зашибись. Так. Наверное, рис обработаю. Что у нас в Шачикалька? Монумента нету. Ну, дальше вряд ли что-то будет отваливаться. Только если вот здесь что-нибудь еще ацтек поставит. С какого-то перепугу. Так, Эдмонтон я в первую очередь на производство. Блин. Ну я в свои города... Хотя тут нету дороги. Ладно, отправлю. Пускай дорогу проведет. Так, следующим ходом индустриализацию ускорим и откроем. Что-то клетки все обработаны. Я не хочу пока выкупать клетки, тратить на это деньги, но, в принципе, клетки все обработаны, смотрите. Вот одна тут болото, но я не хочу, у меня один заряд. Знаю, куда-то сюда, наверное, пойдем пока. Не моя забота эти варвары, просто плываем. О, у нас табак появился. Но пока... тут сразу производ предприятие табак. Вау. Это спасибо за подгон. Кстати, я могу корпорацию монополию на гипс сделать. Вот у нас 3 штучки. Ну, опять же, для всего этого требуется торговец. Будет ли он у меня... Очень хочу великого инженера на чудо, чисто для того, чтобы этот храм Василия Блаженного построить.
Ваш народ очень гордится своими корнями. Я вижу, с кого эти люди берут пример. Интересно, с кого они берут пример? С хоккеистов, наверное. Мальчик, воспитанный хоккеистами. Исправьте свое поведение, или чья-нибудь могучая армия исправит его за вас. А ты сначала обвини меня. Тогда я, может быть... Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука. Чего еще желать? Ну, я думаю, Россия желает... всю канадскую культуру присвоить себе и говорит, что это все русское. Мне кажется, вот так будет. Он уже, видите, недобро поглядывает на мои достижения. Так, рудник плюс производство. Уголь вроде как есть. О! Прям сразу уже добывается. А тут город прям на угле стоит. Отлично. Уголь у нас... Не, подожди. Ну да, плюс 3 вход. Плюс 6. А почему у меня написано плюс 1? А, плюс 1 чисто за корабль. Следующим ходом будет видно. В общем, плюс 6. Зашибись. 4, 5. Блин, у нас немножко вот это... До Ванкувера не добивает... Я тогда фабрику в Торонто буду делать. Вообще, я бы, наверное, книгопечатание открыл. Ну, для того, чтобы моя религия еще сильнее распространялась. Железная дорога. Кстати, железа нету, с другой стороны... Нет, точно пока книгопечатание. Дальше у меня вопрос по статуе свободы. Это, извините, 4 очка дипломатической победы. А храм Махабодхи точно кто-то построил. Может быть, я его даже вижу. Храм Махабодхи. Ага. Мапучи построили. И дворец Патала еще дает. Блин, а где у нас дворец Патала? По-моему, я его тоже открыл. 100%. Дворец Патала. Ну, точно в цивике каком-то... А, в астрономии, в технологии. Но я его открыл. Да, вот он, дворец Патала. На холмах рядом с горой. Неужели тоже кто-то построил? Да, дворец Патала тоже кто-то построил. Вавилон. Ну вот статую свободы надо построить. Без нее, мне кажется, никакой дипломатической победы не может быть. Нет, уголь я продавать не буду. Черепашек обработаем. Давайте посмотрим, что клетки правильно там в четвертом радиусе, чтобы не было. Да, все вроде нормально. Города... Очень сбалансированно развиваются. Так, значит, фабрика и угольную буду... Нет, угольную, кстати, я даже там не буду производить. Но мне надо что-то... Блин, кстати, а мне не нужны угольные, получается. Потому что у меня маленькое соседство для промышленных зон.
Вообще-то. Так, ну я... Я бы здесь, наверное, логистику промышленной зоны. Оказание помощи чуть позже начнем. Вообще у меня минус один. Помощь Кри минус один. За счет чего? Я думаю, что этого заберут. И там, возможно, будет инженер на чудеса. Кстати, может тут статую свободы иначе... А, блин, на месте. Подожди, она же на побережье, не обязательно рядом с гаванью. Рядом с сушей и гаванью. Давайте вот сюда, наверное, статую свободы начнем строить. Куплю верфь. Так, тут верфь готова. Так, что-то либо кампус. Ну тут все, плюс два есть, между прочим. Блин, хотел, кстати, пойти вырубить этот. Ладно, давайте тогда... Строители, я думаю, что я сейчас поставлю карточку на два заряда. Открыть предприятие на черепахах. У нас черепахи в Торонто и в Оттаве. А, ну значит в Оттаве надо, потому что тут табак, предприятие на табак у меня уже есть. Кстати, надо реально пойти здесь организовать предприятие на черепахах. И там, кстати, это очень неплохо для столицы. Там рост, по-моему. Если я ничего не путаю. Жилье, по-моему. Или, блин, наука. Наука тоже для столицы неплохо. Да, 15% науки. Ну, нормально. Спингалы тем более. Так. Адмирал Капер дает. Нормально. Тут аквакультуру. Так, археологический музей следующим ходом мы откроем. И следующим ходом карточку поставим. Тогда пока не покупаем. Блин, я забыл, что у меня Ватикан. Мне надо было сюда идти использовать Фрэнсиса Дрейка рядом с бразильскими городами. Тут было бы плюс 400. Черт. Способность Ватикана 400. Вот сейчас вот видели, я использовал его. Но если не видели, отмотайте, посмотрите. И у меня 400 веры добавилось в города. Так, тут библиотеку. Ну где хоккейные матчи? Что-то не видать. Зрители на трибунах есть, а где сами хоккеисты? Не видно. Когда Эдмонтон уже иудейским станет? Что за фигня? Ну-ка ждать. Плюс 19 влияния. То есть, по идее, если 19 влияния вход, тут 810, а тут 740...
То есть разница 60, 19, соответственно, 4 хода. Через 4 хода, по идее, Эдмонтон должен обратиться. Как бы еще этот вулкан прекратил барагозить? Это вообще возможно? Так. Ну что, ну по науке отстаем, но мы на нее и не напираем. Надо посмотреть вообще, где... Где Вавилон у нас? Нет, ничего мы не принимаем. Да, у нас Вавилон и Майя в лидерах. Вавилон и Майя в лидерах. Но мы хотим дипломатически это все решить. Зоопарк можно будет построить, Эрмитаж. Так, аквариум, аквапарк. И археолога сделать. Ну, наверное, в Ванкувере археолога давайте сразу. Или купим его за веру. Я бы, наверное, сделал. Хочу сейчас уже веру на... Блин, 10 ходов с другой стороны. Ладно, надо. Хотя как-то мало исторического места открылось. Так, ставим карточку. Так, и... На два действия. Так, вот эту я бы уже убрал. В принципе, ну, вообще всего лишь плюс 5. На это я уже все построил, а если что не построил, то покупаю. Или поставить пока на 100% и... Древнего мира античности. Капер мне еще один нужен просто. Ладно, давайте ремесленников. Так, и у нас два хода до начала следующей эпохи, то есть мы два хода можем покупать строителей с 6 зарядами. Всю карту открою еще до спутников. Совершенно спокойно. Тут у меня на галере Турхир дал, считайте, плавает. Два посла. В Йоханнесбург не хочу. У меня туда Амани, по-моему, едет. Пока не доехала, там и будет у нас 6. Сколько еще ходов? Один ход. Ну, Хатусу можно до 3. Или вообще засюзеренить. Будет железо давать, и можем железную дорогу тогда накопить, построить. Давайте вот так сделаем. Чекуток может нам оливки, кстати, продать. Проверим. Ну, янтарь пока не работает все еще. Выбранный ресурс не влияет на довольствие янтарь. Так что янтарь мы я поэтому и не покупаю. Так, Торонто некуда расти. Ванкувер некуда расти. Здесь фабрику... Ну, кстати, вот тут немножко бессмысленно будет угольную строить. Но, с другой стороны, у нас и нефть не открыта. Мне надо, наверное, в нефть пойти.
Да, вот тут купим рабочего. И, наверное, амбар. Тут надо обработать гипс, чтобы была возможность корпорацию монополия. О, еще один уголь. Зашибись. Не знаю, может Наску засоюзить? Там сильно вообще в Наску кто-то... Вообще 9 послов. То есть было бы прикольно здесь вот линии Наски сделать на самом деле, но, блин, мне жалко столько... Так, стоп. Галифакс у нас здесь. Ну, я имею в виду гавань, он тут поставил, думал, может, тут место, чтобы было. Так, Галифакс сейчас будет расти, зашибись. Исследуем территории. Тут, наверное, все-таки гипс вначале обработаем. Южный океан. Опять Южный океан на севере. Ну все, тут дальше не проплыть. Можно не пытаться. Логистика промышленной зоны. Там еще не забирают великого инженера. Нет. Ну, наверное, надо зоопарк строить. Чтобы уже мы были готовы к строительству стадиона. Универ. Так, надо купить последнего рабочего. Потому что следующим ходом новая эпоха. И за веру мы уже рабочих покупать не сможем. Потрясающий престижный район. Блин, так мне район надо открыть сначала. Ладно, откроем район. Вопрос, конечно, где мне национальные парки ставить? Кто-нибудь видит? Я, например, пока не вижу. Но мы можем лес высаживать. Ну да, блин, я реально не вижу. То есть, видите, вот, например, был бы тут треугольничек без кампуса, но тут лошади. То есть ты никак не поставишь, надо лошади обрабатывать. Я просто даже не вижу места на самом деле. Может, вот... Вот, блин, ну тут пустыня, мы тут не сможем, наверное, высадить. Давайте престиж глянем. Вообще тут... Вот как-то вот этой клетки бы престиж поднять. И тогда, возможно, вот здесь... Главное, как вы обращаетесь с окружающей средой, это меня... Америка... предупреждает... Так, ну заканчивается возрождение для планеты. В мире оно закончилось, по-моему, после 30-летней войны, да, возрождение? Ну, промышленная эра точно... Короче, промышленная эра у нас началась в 1050 году нашей эры. То есть, ты еще 400 лет средневековья должно было бы быть. На самом деле. Так, мы на 50% увеличили влияние нашей религии. Так почему бы... Было 4-4, каким образом? Сейчас добавился буддизм еще один. 21,5 влияние. Ну охренеть. Ну ладно. Что я тут выберу, наверное, уже в следующей серии посмотрим. Уже много. Кри вышел в золотой век, Колумбия, героический век для инков. Всех остальных нормально. И темный век для России. Потому что Вавилон... Правда, казаки появились... Казаки появились. Ну ладно, уже в следующей серии посмотрим. Спасибо, что смотрите. Впечатления в комментарии. Слава Украине, живее Беларусь. Россия будет свободной, а спонсоры продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.